Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала. Начало октября, и буду я опять говорить о слизнях. А точнее, постараюсь увидеть тех, которые писали в комментариях, что собрать их невозможно, и все это бессмысленно. Нет, мои дорогие, возможно. И я считаю, что я их победила. Хотя вначале тоже сомневалась. У меня их была уйма, как у всех. И я планомерно, приезжая на дачу, обязательно пробегала по участку, находила их в двух-трех местах, убирала их. И так в течение 2 месяцев. И если я с одного места убрала шайку жуликов, другие на это место не приходят. Это я точно убедилась. И для убедительности привожу примеры. Стали грызть капусту мою. И думаю, у меня здесь не могут быть. Смотрю, соседский участок заброшенный. Вот видите. Я смотрю, здесь гнилые бревна. Я пролезла. Все поубрала. Была, вы не представляете, армия. Мамая была. Вот на расстоянии, допустим, 4 метров, это точно. Все убрала, моя капуста жила. Далее. Вот зелень молодой ромашки. Был у меня здесь, это северная сторона у меня. Было их много здесь. Вот так они кучкой растут. Я их стала просматривать. Везде слизни. Значит, часть я убрала, и вот здесь я нашла около 20. Он у меня со цветочками, видите? И вот, посмотрите, как я удаляла. Вот каждый стебелечек я просматривала и вытаскивала их оттуда. И вот, сейчас вот посмотрите. Видите? Это было больше 3 недель. И я иногда смотрю, и нет их, нет их, нет, все. Они, никто, ни один уже сюда не придет. Далее, вот у меня земляника. Вот, посмотрите, вот у меня земляничка. Другие пишут, блогеры, ой, опилки, мел прям помогает, вообще люди смотрят, верят. Видите, у меня опилки. Видите, у меня мел. Ничего подобного. Как они ползали, они здесь и ползают. Я утром вот сегодня приехала, я их здесь видела. Ну, во всяком случае, вы видите, вот он след. У соседа здесь лежит, тоже лежат железки какие-то. И они ходят в гости ко мне сюда на земляничку. Ну, вот он еще не ушел. Видите? Вот он еще не ушел домой. Да, вот он. Ну, я их видела здесь. Ну, 5 штук видела точно. Не дают они мне покушать земляничку. В общем, бегают в гости ко мне. Моих нет. Нет, мои дорогие. Вот под линолеум. Вот под линолеум. Была 30 штук убрала. Вот, постоянно просматриваю. Ничего нет. Мы подошли к компостной куче. Это приманка моя для них. Здесь они плодятся, жрут и живут, в общем. И перебрались, мне кажется, если они рядом где-то были, то они перебрались здесь сюда. Вот здесь, на этой стороне, я их не вижу. Здесь не вижу. Вот сейчас на этой стороне посмотрим. О, есть. Вот он. Ну, мало. Всего 3. Вот, всего 3. Здесь нет. Не видно. Все. 3 штуки. То есть даже в компостной куче уже у меня их нет. Вы вот видите, что, я думаю, многие убедились, что действительно самый простой, дешевый метод. Нашел, убрал. Нашел, убрал, и все. И, конечно, можно свободно от них избавиться. Заходите на мой канал, смотрите мои ролики,
всего вам доброго.